Всем привет! Сейчас будет долгожданный обзор из Фикс Прайса. Давайте посмотрим, что я купила на покупке. Итак, первое, что я купила, это вот такие вот бумажные платочки Лилия. Тут 10 пачек. Две пачки я уже использовала. С этой стороны 5 пачек, а с этой стороны 5 пачек. И в каждой пачке по еще 10 штук. Вот в такой пачке еще по 10 штук, 2 слоя. Так, стоимость их 55 рублей. Получается за 10 таких пачек. Ну, я считаю, что выгодно. Дальше. Вот такой вот гель для интимной гигиены я купила в Фикс Прайсе. С молочной кислотой для чувствительной кожи. Оптимальный уровень pH смягчает и увлажняет. Так, стоимость его 65 рублей. Может быть, он по скидке. Сушеная манго тоже за 65 рублей. Дальше я купила банки для массажа. Одна, получается, пачка стоит 99 рублей. Вот такая вот. Нет, вру. Это 199. Большие 199. Вот так они выглядят. Надеюсь, что я буду ими пользоваться, и они не будут у меня валяться. Такие вот банки. В крайнем случае их можно кому-то подарить. В общем, ляжки массажировать. Поменьше и побольше. Можно, кстати, с собой в поездку какую-то брать. Вот эту вот поменьше. Потому что это совсем большая такая. Тяжеленькая. Вот они, получается, друг к другу вот так вот одеваются. Так, это 199 стоит. Это для тела банки массажные. Так, Relax Line фирмы. Две штуки. А вот такие вот банки для массажа, две штуки, но уже для лица. По 99 рублей. Эти 199 большие, 200, а эти 99, тоже две штучки, маленькая и побольше. Опять-таки же, маленькую можно с собой брать, массажировать себя, да? А побольше, не знаю, там дома или подарить кому-то. Кстати, это как вариант, одну можно подарить подруге там, да, маме, а вторую и с собой брать куда-то поменьше и пользоваться. И вот тут тоже две. Вот это, например, даже сгибается как-то сложновато, вот это проще, поменьше. Вот. Ну, тоже прикольно, что их по две продается, в принципе. Вот, надеюсь, они будут использоваться. У меня, кстати, еще для массажа тела есть. Для массажа тела у меня еще есть щетка для массажа. Вот. Не скажу, что я ее прям сильно использую, но надо начинать со скрабами. Так, ладно, дальше поехали. Банки для массажа. Трусы купила. Ну, просто трусы. По
84 рубля получается каждый. Ну, обычные такие, знаете, в экспрессе. Вот. Так, дальше я купила вот такую вот ручку-корректор. Их тут две в наборе. Ручка-корректор. Такая. Следующее я купила маски. Этюд органик. 55 рублей. Вот такая вот маска. Будем с вами, наверное, тестировать. Я их несколько штук взяла, несколько пачек. В других видео будут тоже обзоры. Покажу, какие еще взяла. Маска-обновляшка. Они там разные названия. Вот. С такими девочками. Далее я купила вот такую вот тканевую маску для лица с улиткой гиалуроновой кислотой. Разглаживание морщин и тонизирование. Так, 55 рублей тоже такая. Тоже, наверное, протестируем все с вами. А, вот тут улитка нарисована, видно, да? Далее. Что еще купила? Еще вот такой вот с тигром купила. Вот тигра же. 55 рублей, не тигротируй, ухаживай за кожей, гиалуроновая увлажняющая маска баланс. Вот так она выглядит. Вот. Такс. Я еще купила, ребят, сейчас покажу, что купила. Купила ребенку санки-ледянки. Короче, вот этот вот прямоугольная за 300 рублей большая, красненькая такая вот она, с ручками, с трех сторон, тут снеговик, значит у нас вот так на чем ездить, сюда садишься, здесь едешь, 300 рублей, и он не хочет кататься ни на одних, ни на вторых, вот это вторые, вторые стоят 99 рублей. Не знаю, может быть потом начнет, но по крайней мере я с ним могу кататься, чтобы не портить одежду, а он не хочет кататься на вот этих вот санках-ледянках. Так, что еще купила? Все что ли? Все, наверное. Буду снимать другое видео. Будет несколько видео, но они не будут такие длинные. Все, спасибо за просмотр. А, еще вот это вот взяла. Я не знаю, сколько стоит. Вот такие вкусные пирожные с кокосиком, с кокосовой начиночкой внутри. Вот, вкусненькие. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Смотрите мои следующие видео. Тоже из фикс прайса. Покупки. Все, пока-пока.